В социальных сетях разлетелась информация, что в доме номер 12 по Октябрьскому проспекту 19 марта упал лифт с людьми. На место происшествия выехала комиссия в составе представителей администрации округа, лифтовой и управляющей компании. Все подробности знает Богдан Колесников. В конце 2023 года в этом доме заменили лифтовое оборудование по программе капитального ремонта. По словам жителей, новый лифт до конца не отлажен и нуждается в пристальном внимании обслуживающей компании. 19 марта в 8:30 от жителей данного многоквартирного дома по адресу Октябрьский проспект 12 поступило обращение о том, что лифт находится в нерабочем состоянии. Лифт прошел нулевую точку отметки пола и уехал чуть ниже на 20 сантиметров. Обслуживающей компанией был остановлен лифт, проверено работоспособное состояние. Вышел из строя датчик остановки первого этажа. В течение получаса была произведена замена и лифт был запущен. По данному дому массовых обращений не наблюдается. Возникают обращения, которые в процессе очереди обрабатываются, и лифтовое оборудование своевременно чинится и проводится техническое обслуживание. Механик приезжает в течение 2 часов. Если возможно починить лифт в короткие сроки, без капитальных работ, он производит замену или ремонт сразу же. Таким образом, факт падения лифта с людьми не подтвержден. Прокуратура проводит проверку. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Все работает? Все работает.